Доброе утро! А где-то русский дебют? Ну да, и там, и там. Делаем русский язык. Гриша говорит, русский лес. Еще такая картинка красивая. Говорит, а где же пакеты валяются? Ну да, бутылки да. Пустые. Так, и вот же еще, это ж, я понимаю, тоже ж к этому? К слову, лес подбери и запиши однокоренные слова в порядке схем. Лес, то есть должна быть приставка. Лесоруб. Ну, может быть, да. Под сной. Ну, ты напиши и разбери их вот так вот. Так, вот здесь? Нет, я думаю, что ниже снова. Да давай я запятую поставлю и просто... Гриш, это разные задания. Сделай дальше. Гриш, тут тебе бургеры делает. Из чего ты, сынок? Помидоры, огурцы? Огурцы, я курицу достал, порезал. Угу. Там еще я смешал майонез и кетчуп. Угу. Получился соус. И Гриша стал есть помидоры. Ну, положи просто. Я уже давно их ем. Но ты... Я готовлю обед. Здесь у меня уже спагетти. Ой, спагетти. Макароны, которые я вчера купила, спиральки. Вот, они тут в посоленной воде у меня тут плавают. Сейчас надо их помешать, чтобы они не прилипли. И здесь у меня... Ливер, очень вкусный ливер, домашний. Родня его приготовила, я его только вот обжарила с луком и сейчас подогреваю. Делала начинку для блинчиков, мы, кстати, поели блинчики с этим ливером. И вот здесь еще осталось, будет макароны по-флотски. Знаете, для того, чтобы мои дети ели ливер, я добавила сюда томатную пасту и сметану. И потихоньку добавляю воду, в которой варились макароны. Надеюсь, что они такой соус есть будут. Потом это все смешаю. Да-да-да, обед. Не знаю, на что похож, но готов. Честно, вкусно прям получилось соусом. Я прям сама не ожидала. Вот. Сейчас пофотографировала прянички и буду все упаковывать. Все, я тут упаковывала пряники. Вот две коробочки получилось. Краста. Сегодня поеду в Краснодар. Мой муж их доставит. Мне очень нравится. Сейчас цветочки. В общем, самые классные коробки, могу сказать, это с вкусной мастерской. Они отличного качества. Прям заметно лучшего качества, чем... продаются в магазинах вот эти вот крафтовые. Это просто бомба. Мне кажется, это сразу заметно. Они приходят мне по почте. Они находятся вообще в Краснодаре, вкусная мастерская. Но мне какая разница, что по почте они мне придут, просто время, да, что я поеду их заберу, потрачу время полдня. Поэтому... я заказываю почтой, они приходят вот так по 10 штук, ну, то есть, соответственно, если, ну, минимальный заказ 10 штук одного формата, да, минимальный заказ вообще коробок 30, то есть можно 3 разных формата, например, это будет минимальный заказ, разные размеры есть, сейчас уже появились у них и с прозрачными крышками, я пока не заказывала, мне нравятся вот такие, именно с такими цветами, это вообще прям моя любовь. Везде все в них кладу, все упаковываю только в них. Круто, с Григорием выехали. Гриша сейчас в школу. Должен быть урок мужества, но не будет. Вот, и я сейчас Гришку везу. Сегодня у нас так пасмурно прям что-то. И заеду в МФЦ, узнаю по поводу загранпаспортов. Мама уже собралась. Мама собралась хотя бы, нужно же с чего-то начинать, то есть делать. Первый шаг. Ну, не знаю. Я еще и на Кипр хочу. Давай сразу же на Гавайи, чтобы мало не казалось. Да? Давай сразу на Гавайи. Так, Гриш, давай подходи, сейчас охранник выйдет, будет тебя ругать. А я не перелезу, я под этими пройду. Да, давай. А то ругает охрана за то, что так перелазит. Дети, пока. Гришку отвезла, набрала, как всегда, полный пакет. Творог взяла свой любимый. Сейчас покажу, что еще взяла. Так, а здесь, смотрю, уже в палисадник хочется выходить, уже розочки.
заметно. Посмотрите, как они распустились. Уже все весна, все распускается, птички поют. Даже не помню, где я сажала тюльпаны, которые покупала. Красивые какие-то. Вот какие-то вылезли. И вот в этой кучке, по-моему, тоже вылазят тюльпанчики, которые я сажала, покупала в бау-центре. Тогда какие-то они должны быть красивые. Тут вот куча-куча нарциссиков. А вот уже нарциссы даже выкинули свои соцветия. Будут скоро цвести. Слышите, как птички поют? Сейчас выйду в палисадник немного пополоться. Так, купила джем. Дети в последнее время прямо от него балдеют. В этот раз взяла абрикосовый. Был по скидке 49 рублей. Там 50 получается, да? Творог. Опять. Весь уже вчерашний доели. 4 пачечки. Я опять делаю 4. Бананы. В магните очень вкусные бананы сейчас. Поэтому взяла еще. Вчера все съели. Взяла капусту. Вот теперь мне борща. И взяла еще сливочное масло. Буду сегодня делать тесто пряничное. 1000 озер. Это 82,5. Санкт-Петербург. Такое вот взяла. Ну, вполне себе хорошее тесто. Из него получается хорошее, хорошо себя ведет, эластичное. В общем, есть, потому что, например, коровка из кореновки или веселый молочник. Коровка из кореновки вроде бы. 82,5 ведет себя честно, ужасно. Тесто какое-то, знаете, такими какими-то полосами бывает. В общем, мне как будто я его не домешала. В общем, вот это прекрасно себя ведет. Я готовлю тесто. Сейчас все здесь соединится. Здесь сливочное масло, корица, мед, яйца и сахар. Ждем, пока все будет однородной массы. Ну все, тесто готово. Получилось у меня здесь 4 пакетика. Я его храню сразу вот так вот в пакете и в плоском состоянии, чтобы легче было раскатывать. Потому что если скатать из него шарик, который потом застынет, это как будто кусок сливочного масла холодного раскатывать. То есть будет очень трудно. Поэтому вот так вот храню. Как только оно застыло, значит можно с ним работать. И оно будет хорошо отходить от формы, в общем, будет как раз для работы пригодно, потому что сейчас оно теплое, ну, слегка теплое и очень мягкое, то есть, соответственно, форму держать, из формы его будет достать сложно. Поэтому ждем, 3 часа минимум должно полежать в холодильнике. Я все-таки выходила сегодня в палисадник, только у меня на телефоне села батарейка, ну, я тут просто пополола немного. Вот, жду весну настоящую. Сейчас еду, заеду еще в МФЦ. Я же все-таки заезжала в МФЦ, как только Гришку отвезла. Но там была большая очередь, прям реально большая. Не стала там сидеть, зато успела сделать дома тесто. Сейчас пойду посмотрю, если есть очередь, то, конечно, сидеть не буду. Но спрошу у них по поводу всего, по поводу загранпаспорта, как в МФЦ делать. И либо заполнять, чтобы, в общем, мне хочется заплатить через госуслуги 1400 взрослый, детский еще дешевле. То есть мне нужно 1401 взрослый госпошлина и детский, даже не помню сколько, но что-то дешевле. Поэтому вот на 5 лет. Поэтому заеду сейчас, узнаю в МФЦ. Фуня, посмотри на меня. Расскажи, что произошло сегодня в детском саду. С кем играл? С Данилом. С Данилом? А Зоя называл малявкой. Она меня пидушкой. Это плохо вы что-то, да, сегодня? А чего? Она одевается, она пьяная начала. Да? Да. Все, до свидания. До свидания. И что? И что теперь делать? Мама.
Стой, пожалуйста. И что теперь делать? Руку дай. Руку дай. Нет, дай руку. Дай руку. Здесь дорога, ты понимаешь? Бежали быстренько. А-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так и что? И теперь с Зоей-то вы хоть помирились? Нет, мы не будем мирить. А, да? Да. Ну, понятно. А надо бы помириться. А зачем? Ну, гулять с кем тебе? Она запела на ночь. А, она первая, думаешь? Да. А мне кажется, что... Мама, один заедет. Ну, я не знаю. Конечно, тебе заедем. Да? Надо, да? Да. Сонька, посмотри на меня. Ну что, ты счастлив? Папа любит меня, мама любит. А завтра у нас что? А завтра у нас только среда. А потом папа начал? Нет, а потом еще четверг. Потом папа начал. А потом пакнаться, да. Папа, привет. О, что это у нас за шоколадка? Смотри, я нашла шоколадку, Афонь. Ну, давай сидим. Давай, ну, только спроси у мальчиков. Это, может, чья-то? Может, просто папа купил. Папа, это, может, ты просто купил? Это у нас тут Милка, пап. Иди у мальчиков спроси. Афоня, привет. Привет. Что ты мне расскажешь? Что вы тут деретесь? А чего дерётесь? Что, вы деретесь, что ли? Нет, я падал головой, он в это время прыгнул прямо в ротом ко мне на голову. Ну, пообними его. Иди сюда, я тебя пожалею. Иди. Иди ко мне. Иди сюда. Так, я тут вся обложилась документами. Мама! Печатаю в госуслугах. Что такое, котик мой? Ты это понял? Вот что вот это за человек такой? Что это за человек? Давай, Зойка. Афоня любит долго целоваться. В общем-то, вношу документы в госуслуги. Хочу сказать, что МФЦ сказала мне, что они с госуслугами не связаны. Ребят, можно я скажу? Спасибо. И если я хочу делать загранпаспорт за 1400, то мне нужно все на компьютере печатать. Поэтому вот я сейчас зашла в госуслуги, печатаю все документы, посмотрим, что из этого получится, и сканировать фотки еще надо. Поэтому я думаю, что надо было, наверное, фотки попросить в электронном виде. Я что-то об этом не подумала, но сейчас вот сканируется. Я заполнила свои документы, их, кстати, приняли на рассмотрение, не хочет что-то фокусироваться. Вот сейчас буду детей тоже документы заполнять. Получается, что загранпаспорт стоит, вот за свой я заплачу 1400, а за детские по 700 рублей. И вот, мне уже пришло на почту, что заявление в МВД сформировано. Так, ну что, все готово, все круто. Я все отправила, фотки отсканировала, включала. Вообще забыла, как это сканировать. Сейчас достану Афонькину фотку. Внесла заодно в госуслуги себе детей. И включала, знаете, просто в пейнте. Вот это Афоня. Вот здесь, ну, то есть сканер, все установлено на компьютере, вот здесь многофункциональное устройство, и здесь я просто выбирала сканер и камера, и сканировала фотографии, и потом их сохраняла в JPEG формате, и вставляла, надеюсь, что все будет хорошо, все принялось на электронку, уже пришли сообщение. Когда будет статус меняться на электронной почте, будет все отображаться. Все сразу сдала на себя и на детей. Причем нужно сначала сдать, я так понимаю, документы, потом оплатить госпошлину, потом как будто бы еще раз поехать со всеми оригиналами документов в
Что это у нас такое? Забыла. Ну, в общем, визовый, типа там не визовый, а как он называется? Ну, в общем, паспортный стол, да? И потом уже въехать еще раз получать документы. Мы уже собрались спать, и я наконец-то добралась до маски со змеиным ядом. Муж, конечно, не в восторге, боится уже меня. Своего не хватает. Своего яда не хватает. 70 рублей она стоила в магазине, в японском магазине на Красной площади. Вы хоть себя слышите? В японском магазине за 70 рублей? Представляешь, что они туда положили? Только для наружного применения. А не, вот на по-русски что-то все-таки написано. В японском магазине за 70 рублей по-русски написано. За... Как ты думаешь, это японский магазин? Или тут иероглифы можно и так нарисовать, да? Да какие они тут все красивые. Держите меня сюда. Говорит, сижу, не давай поговорим. Но оказывается, в ней не так-то просто. Могу наглотаться змеиного яду. Давай, Сержень, поржи. Я поснимаю твой смех. Он смотрит на меня и ржет. Фантомас распушевался. Поговорим. Смешно.